Вот сапоги мужские, все размеры, 41 по 45, 984 рубля 90 копеек. Так, внутри есть подклад. Его не видно, но он есть. Кому надо, придете, посмотрите, пощупайте. Резина летая. Не будет промокать. Отлично. Так, следующее. Смотрим. Кеды мужские, женские. 36, 46. Все размеры. Есть вот без шнуровки. Есть со шнуровкой. Вот со шнуровочкой. Кедом хоть женщин, хоть мужчин могут одеть. Нормально. Там вот смотрю, разного цвета есть. В основном голубые, синие, розовые. А, подождите, вот еще что-то есть. Полугалоши. 282 рубля. Это вот такие галоши здесь. Внутри флис. Литой. Все отлично. С бантиком. Мужчина, наверное, будет очень рад. Следующее, вот смотрите, есть автокресло. Вот. Цена 2500. Вот они. Там есть и ремни, и опускается. И вот есть за 4000. Тоже кресло. Очень много игрушек мягких. Давайте глянем. По 600 рублей. В магазине всяко будет 1200 и больше. Ой, смотрите, это что, сумки такие? Слушайте, здорово. Давайте мы их положим. Такие сумки, вот большие ручки, их можно носить на это, на плече. И цена у них 349 рублей. И есть рюкзачки вот такие, тоже интересно. Этнический такой рисуночек. Интересно. Так, он стоит 197 рублей. Кто-то уронил, тоже положим. Так, а это что такое? Саба. 295 рублей. С 36 по 45. Размер вот все, я вот вижу, разные есть. И розовые, темные есть, всякие разные. Отлично. А вот еще есть галоши. 400 рублей. Размерчики все. Тоже размерчики все. И вот давайте глянем еще раз, что литой. Видите, не сшито ничего. Это все литое. И с флисом, естественно. Тоже хорошо. Размеров много. Все прям прекрасно. Но вот еще, я смотрю, детские есть. Похоже, как детские. Хотя у некоторых женщин и лапка тоже маленькая. Тоже хорошо. Размеров тоже много. Давайте глянем цену. Здесь цену нормально не сделали. Так, 400 рублей. Тоже по 31 размер. Так, давайте еще глянем с вами. Коверчики. У меня вот такой же есть. Такой же прям цвет. Но он здесь скользит. Если у кого есть, ну, как бы линолеум, но надо, наверное, что-то такое сделать. В Леруа продаются всякие эти сетки, они на клею. Хотя бы это по краям сделать, и будет здорово. Очень много одежды. Одежда есть недорогая, можно посмотреть. Женский топ, посмотрите, 198 рублей. Но вижу здесь штаны мужские. И, кстати, нет, это не мужские, это женские, кстати. По дому ходить самое то. Женский топ. Хочется вот найти топ, но нахожу все штаны. У нас так все написано. Слушайте, в штанах. Ну да. Ну и трусы. А вот топ. Вот топ. Ну классно. костюмчик. Ну, здорово. Так. Очень много всего. А, кстати, кому надо вот альбомы детские, тоже можно уже покупать. Есть вот потолще, по 54, по 34, потоньше. Красивенькие такие. Ну, какой балдежный. Прелесть. Мне нравится. Аккуратненько положим. Так. 70 рублей пенал. Школьный. Ну, это, конечно, для девочек лучше подходит. Единорожка. А здесь что у нас? Панда. Ну да, это больше для девочек похоже. Вот в развернутом виде уже видно. Ну, за 70 рублей, думаю, здорово. А вот здесь мы и для мальчиков нашли. Классно. Вот, как тетрис здесь все. Супер. Мне нравится. Хорошенькие. Тоже 70 рублей. Вообще отлично. Так, а что еще здесь нашла? Так, колготки. Колготки — это вот они, колготки. Давайте с вами глянем. Вот они, колготки. Вот колготки всякие размеры. За 124 рубля можно брать тоже. Давайте с вами еще пройдемся. Подушки глянем. За 179 рублей. 70 на 70. Давайте пощупаем их. Ну, я бы не сказала, что вах. Но если ничего нету, то это хорошо. Нормально. Большой ассортимент, смотрите. Халаты. Ценника я не нашла здесь. На кассе надо уточнять. Да, халат вот он. Сейчас его распрямим. Вот халатики, смотрите, вот сзади кулисочка, вот здесь кармашек. Прошито, кстати, очень хорошо, я посмотрела. На замочке. Не люблю пуговицы, 52 размер. Но здесь все размеры посмотрела. Такие нормальные, не сильно короткие. Это некоторые, как подстреленные, вот ходят, говорят, короткие. Нет, хорошие размерчики. Пойдемте с вами дальше пройдемся. Так, значит, что у нас? За 900 рублей одеяло. 172 на 205. Ну-ка, пощупать его. Ой, а мне нравится такое одеялко. Верблюд нарисован. Видимо, там что-то добавлено. Кстати, легкое и очень теплое. Вот его чувствуете. Хорошее. Так, а это что у нас интересно? Одеяло из верблюжьей шерсти. О, ну отлично. 140 на 205. 750 рублей. Вот они вот так выглядят. Упаковочка. Ну, отличненько. А, нет. Да, подушка и одеяло. Это одеяло. Все правильно. Все верно. Ну, в наличии есть. Так что можно брать. Мы находимся в Петухово 8. Так что, кто из Новосибирска, приезжайте. Кто с разных городов, то, пожалуйста, у себя посмотрите, уточняйте. Постельного белья очень много. Я посмотрела. О, подушка. 450 рублей. 70 на 70. Мне нравится такой размер. Ну-ка. Тоже с верблюдом связано. Мягонькая прелесть. Вот это мне больше нравится, чем та. Конечно, очень много. Футболки, платья. Чего только нету. Это надо ехать, смотреть. Новые заводы, надо все это смотреть, у кого какой, в каком городе что есть, то девчоночки, мальчишечки, езжайте. А это что у нас такое? Ой, какое мягонькое, прям мягкое, легкое, мягкое. Что это такое у нас? Плед? Да, плед. 180 на 200, 470 рублей. А это что такое? И вот плед 150 на 200. Он, знаете, такой как плюшевый. Ой, ну вообще прелесть. Мне кажется, им приятно накрыться. Он, чувствуете, он вообще легкий. Но он такой интересный. Двухсторонний ворс. Супер. Мне очень нравится. Так, что, по технике пройдемся? Ой, какая прелесть. Чего только нет. Мне надо шампунь. Шампунь, что-нибудь недорогое. Так, 100 рублей. Что это такое? Детский гель для купания, для девочек. Тра-та-та. Ну да, это точно.